У областного профсоюзного здания многолюдно. Пожилые активисты пришли на праздник. Именно так ветераны труда называют субботник не по принуждению. Цель одна – сделать Шымкент чище, краше, очистить территорию, озеленить город. Саженцы многолетних цветов, кустарников и деревьев будут радовать не одно поколение. Главное – должный уход, и они непременно приживутся. Вот у меня, хотя и на сердце и операция была, тем не менее я пришел тут, нахожусь, буду до конца. Город был красивым, потому что это наш город, мы тут живем. Если свой дом не украсишь сам, так кто его украсит? Более 70 шымкентцев с граблями, лопатами убрали мусор, прошлогоднюю листву, побелили и подкопали деревья. О том, что коммунальные службы охватить весь город не в силах, понятно без объяснения. А потому и сами неравнодушные горожане должны приложить немного усилий. Везде у нас высаживаются деревья, цветы, у нас конкурсы проходят между организациями образования на лучшую территорию вокруг школы или вокруг детского сада. И сегодня мы подключились тоже. Вокруг акимата цветут прекрасные цветы. Где-то у нас площади тоже тюльпаны красивые расцвели. И сегодня мы решили, что нашу территорию вокруг нашего областного центра профсоюзов тоже превратить в цветущую такую же. И я уверена, что у нас все получится. Потому что все сегодня работу выполняют с большим воодушевлением, с отличным настроением. Активисты призвали посадить этой весной хотя бы по одному дереву. Если каждый гражданин посадит саженец, лично купленный им, то через несколько лет в Шымкенте появится минимум 1 000 000 цветущих деревьев. Мы сегодня вот сажаем деревья, вот выравниваем почву, полностью высаживаем и передаем эту акцию. На самом деле. И если каждая организация, каждая, даже эти этажные дома в районах, если каждый вложит по одному цветку, посадит, вы увидите, завтра наш город будет самый цветущий город. Но эта акция не только для Шымкента, это в районы касается. И другие эти города, Тараз, Кызылорда, пускай дальше мы им передаем акцию. Акция «Цветущий город» будет продолжена и в сельской местности. Только в районах Южного Казахстана она будет называться «Цветущий район». Это должно стать доброй для южан традицией. Шнар Уразова, Талгат Абдинабиев, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».